тот период были замечены слабые места в системе управления, и которые в результате серьезной проработки, мы знаем, что работала кризисная комиссия, взвешивались по каждому пункту все за и против. И это технический процесс, который, как мы должны вовремя делать ремонт, мы должны вовремя чинить машину. В данном случае можем говорить, что была обновлена эта государственная машина. Поэтому это все говорит о неглубокой вовлеченности в этот процесс, в эту повестку, вообще понимание ситуации за Карпатом. Хорошо. Что так ты скажешь по поводу российской делегации? Кто в нее входил? Насколько она была представительная? Были ли там депутаты парламента? К большому сожалению, наша делегация была хорошая, но маленькая. От чего это зависит? Это зависит, значит, к сожалению, в этот раз не были представлены депутаты Государственной Думы. Я участвовал до этого в других миссиях в Карабахе, и с нами были депутаты. В этот раз депутатов не было. Есть два момента. Ну, естественно, мы понимаем, что любой визит, любые взаимоотношения между государствами — это двусторонний процесс, да? Дорога с двусторонним движением. То есть, с одной стороны, это какая-то забюрократизированность аппарата, наверное, наших фракций, которые не смогли сориентироваться, при том, что, давайте обращу на это внимание, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал очень четко, что запрет на посещение какой-либо территории неприемлем. То есть фактически у нас, вы знаете, все, что не разрешено, то запрещено. А здесь министр главного внешнеполитического ведомства очень четко артикулировал, что в Арцах ездить можно. И в этих условиях вялая позиция депутатов, непонимание, насколько стратегически важен для нас регион и самый большой Карабах, мы можем говорить просто, наверное, о недостаточной аналитической работе наших государственных служб, да, в рамках парламента. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня есть достаточно информации о том, что со стороны армянского посольства, мягко говоря, не были предприняты все возможные усилия по формированию хорошей, качественной, большой строительной делегации.